Ой, Маша, сиди, не двигайся. Сиди, Что? Что это? Что было? Паучок. Успокойся, паучок просто. Большой паучок. Маленький. Гася яйца. Да, отрастила в предыдущих отношениях. Все, в папу. Ты понимаешь, что нам с такими яйцами тяжело будет замуж выйти? Да, о, надо их как-то спрятать куда-нибудь, их к ноге привязать, не знаю. Ничего не надо. Не поможет. Пусть видят. Лучше на показ, думаешь? Чтоб сразу в лоб. Чтоб знал, куда идет. Да, пусть знают, какие яйца у дочки. Представляешь, какие яйца у папы. А у мамы. Да, ребята, в первую очередь все ко мне. А потом только. Фаберже. Остальные. Слоны отдыхают. Ой, вот так, ребята. Так и живем. Что, есть еще? Нету. Женихи? А? Претендует кто-нибудь? Ни одного.